Сенат Северокавказского топливно-энергетического колледжа готовит настоящих профессионалов своего дела. Это специалисты самых востребованных на сегодняшний день рабочих специальностей. В этом году колледж окончили более 300 выпускников, среди которых 44 на красный диплом. Будущее региона в руках этих молодых, амбициозных, талантливых и успешных выпускников. 3 года они трудились на парах, показывали мастерство и стремились получить как можно больше знаний. Перед основной частью мероприятия преподаватели, которые за годы стали уже родными, провожают своих вчерашних студентов напутственными словами. Желают самого главного – всегда стремиться к успеху. Окончание колледжа – это еще одно начало. Впереди высшее образование. От себя лично, от нашего коллектива хочу вас поздравить с этим знаменательным днем. Это вторая серьезная веха в вашей жизни. Первая была после окончания школы, вторая уже после окончания среднего профессионального образования. Пожелать вам крепкого здоровья, чтобы весь ваш жизненный путь был направлен на служение своему народу, своей республике и своей семье. Далайту Бахалшин. Красные дипломы сегодня получают специалисты в области IT-технологии, портные, электрики, юристы, сварщики, мастера по жилищно-коммунальному хозяйству, специалисты в области бурения нефтяных скважин, экономисты и не только. Вместе с дипломами студентам вручают грамоты и сертификаты. Исмаил Костоев окончил СУЗ с отличием. Вместе с дипломом выпускник получает федеральный электронный сертификат. Он ранее прошел информационный конкурс. IT-специалист уже успел найти работу по своей специальности. Конечно, очень приятно сегодня окончить колледж с красным дипломом, что мои заслуги признали, что меня наградили вот таким призом, можно сказать. Очень приятно. И, конечно, также приятно, что мне мои усилия, старания заметили в колледже и наградили меня, или, можно сказать, просто предоставили мне вакансию, возможность работать здесь сразу же. Как только я окончу колледж, сразу получилось туда устроиться. Ну и, конечно, очень приятно, что РПО наградил меня сертификатом отличия, цифровой паспорт моей компетенции именно IT-сферы. С отличием. 78% я набрал из возможных 100. Среднее специальное образование в нашей стране было и остается востребованным. Именно в колледжах предоставляют большое разнообразие факультетов. Благодаря современному оборудованию и профессионализму педагогов студентам удалось на отлично освоить свои специальности. На этом я, конечно, не собираюсь останавливаться. У меня еще есть будущие цели, которые я хочу достичь. После этого, может быть, я и пойду на высшее, после этого найду работу и хочу открыть свой бренд, и надеюсь, у меня это получится. Я могу без проблем сделать чертеж платья и сшить его самостоятельно, без ничьей помощи, моделировать различную одежду, уже начинаю разбираться в тканях, и базовую информацию, которую я должна была получить, мне уже дали. Надеюсь найти хорошую работу, но дальше я буду поступать на высшее учебное заведение, наверное, заочно, чтобы найти сначала работу. Сказать, что было сложно, не очень сложно, но много труда я в этот диплом вложила. Мне помогли мои родители в первую очередь и наш замечательный куратор. В Северокавказском топливно-энергетическом колледже в новом учебном году планируют вести обучение по новым, востребованным в нашей стране специальностям. Новые специальности – это оператор по пилотированию дронов. Мы хотим сейчас эту профессию вести. Потом по техническому направлению у нас профессия такая будет сварщики, лазерной сварки. Да. И по информационной безопасности профессию, которую мы в этом году будем внедрять. Самое удивительное, у нас в республике именно информационная безопасность никто не занимался. Это очень востребованная профессия на сегодняшний день. Выпускников провожают в новый этап жизни. В родном колледже их всегда ждут, но уже в качестве наставников. Рина Сычёва, Акрамат Асхоев, Магаз 24.